Елизавета Солонченко предложила депутата Дмитрия Барыкина на должность второго заместителя главы города. Об этом она сообщила на совместном заседании комиссии Думы. Окончательное решение будет принято на основном заседании уже в эту среду. Также депутаты обсудили вопрос перехода на одноглавую систему управления городом. Напомню, в конце октября парламентарии областного заксобрания большинством голосов поддержали принятие соответствующего закона. Теперь необходимо внести изменения в устав города. В соответствии с предложенной концепцией выборы не будут всенародными. Решать, кто станет мэром, будут члены комиссии. 5 депутатов из числа городской думы, остальные их 5 человек предложит губернатор региона. Увидим, проанализируем, изучим, зададим все вопросы, прежде всего неприятные, и тогда на основе этого депутаты будут делать выбор. Я сегодня не берусь угадать фамилию человека, который выиграет раз, или который будет там выиграть преимущественно два. Субъекты выдвижения, такие как губернатор, то есть он может выдвигать, может выдвигать депутатская фракция или может выдвигать большинство городской думы. Я думаю, что в любом случае все кандидатуры будут сначала обсуждаться внутри городской думы, и только потом мы их будем публично озвучивать.